Поехали, блядь. Нихуя, таргет бан пошел. Считаю, нужно забанить бомбу. Я согласен. Атлас. Ну, Атласа тоже можно, да. Че банить? Атлас. Ебать, там таргет бан нацепляет за нее. Впервые вижу такое. Многие Дзина банят. Тот же Нози, он вместо банит Дзина в ранкеде. Хотя он дебил. Вивиан. Корвус. Да. Консольщиков. Нет, Корвус. БК Андро. Или Андрей. Я забрал Инара Андро сейчас. Да, Андрей Инара. Давайте. Эшка еще фришная, да. Я на мод же поиграть хочу. Вспомнить молодость. Мальчик, говно. Сам ты. Проспер Лоджик ливнул с клоун Фиеста, ребята. Походу. Да? Да, там Лимон отправил стоя это фотки. Если я правильно знаю английский, то step down from competing under clone fiesta, это звучит ливно, типа. Да. Фри для модж. Фу, это, нахуй, бля, как его нахуй, Кесси берем, модж и фурию, и пошли нахуй. Соло саппорт, ну сейчас бы я забрал фурию модж, тогда да, давай. У него и, наверное, поживет. Боже, Абрис на модже. Это ГГ, бинди ГГ, ребят. Просто весь покет нужно кидать в Абриза, и он победит. Да, Абриз, ты же победишь? Абриз. Астрима на дроксе, получается Кося на дроксе. В смысле? Произошел буллинг Кортеза. Нет, он просто... Потом еще Кэсси будет. Или Кося на Кэсси тогда. Нет, просто если Кося будет саппортом, то у меня выбор Андроксус. Или Кэсси, ребята. Ты знаешь, вопрос не на чем я лучше сыграю, а на чем я хуже, меньше на фижу, так что. Дабл саппорт Гровер. Через цветок. Нет? Мэй в Кэсси, да. Гровер, чё. Через руты, кстати. Два сапа хотите? Ну, через руты здесь нормально будет. Плюс у нас моджи будет под хилом постоянно. Ну, не знаю. Не, это типа можно реализовать. Не, мне нравится Гровер сейчас. Ну, типа тут Гровер стопает весь их дайв-пик, да. Типа. Просто одним рутом, все, типа. Ну, у нас есть Инара фрикап. Им сначала надо нас убить, а потом уже делать что-то с Инарой. Также Noise Overlord, playing DPS. А, Кэсси. Сильно. Кэсси хорошо играет. Мне нравится, типа, прикольно. Я помню, недавно я попался с ним в казуале, мы просто посидели, пообщались. Во время игры. Нам было так плевать на эту жизнь. Мы просто общались. Не, ну как челлонг может быть нормально. А, Ромеро это Курфейс, вот так, это они с менеджером играют. А. Лол.
Ну там вот этот чел Курфейс, это чел, который раньше был с Мармером. То чувство, когда пикнули драфт, где даже свапаться не надо. Да? Это так похуй на эту жизнь. Я могу вообще кулак взять, типа. Ну что, время подстрелять. Пам-пам. Реально. Кстати, Костя, я не успел сделать колоду. Что? Да вниз подойди. Абрис, Абрис, ко мне подойди. Ты где? Я под тобой. Зайди сюда. Киберволенька. Хорош, хорош. Модли пикнул бы вот эту свою аймботер ебаный. Да, пизда. Фул фокус на игру, на рафпоинт. Моджи в шорте, скорее всего, будет играть. Андрокс с хгшечки. Я тоже в буквально шорте. Хуря, ну, хуря там со мной. Хуя. Как они все в этом... Они все на лонгу. Раумаза измаунтил, он в доме. Рау, раум сзади у нас, ребята. Мы бегаем, мы бегаем. Я похилил. Зарутил раума. А, бля, мейфлоу. Мейфлоу. Ой. Одну секунду. Я откаты считай, не хуй себе. Бля. Не, раум на мне. Ну, отходи, отходи. Арбуз. Похилишь? Похилю. Тебя мейт? Зарутил мейт. Отлично. Раум сейчас будет бегать. Мы можем идти, мы можем идти. Давай. Зарутил Дженнес и раум. Я же хочу. Хилю Кортес. Кортес с тобой. Минус раум. Зарутил аш. Найс. Давайте аш. Встану на поинт. Вы типа так втроем стакаетесь, типа. Кто-то в дом может пойти, типа. Да-да-да, вот коннектор. Я вот так встану, нормально. Можешь, блин, справа постоишь? Хорошо, ребята. Зарутил раума. Раунд без бега. Я его хилю на. Можно рауму. Берите, берите до конца тут. Мейф на зелени. Зарутил, мейф, я мейф зарутил. Эшка на зелени еще. Надо. Нет, нет, надо еще. Я быстро. Секунду до хила. Можем с тобой подняться, слышишь? Иди сюда. Можно подождите. Поздно. Ладно. Next time. У меня есть секунда. Не могу никого похилить, если что. Отсюда. Не зарутил. Я без рута. Сергей, он чуть назад. Отлично. Эшка дэшнулась, Эшка. Абрис, блядь, развернись. Ты её убил? Ты меня подхилишь? Подхилишь? Подожди, подожди. Секунда. Одно хп. А, я умер, ребята. Блядь. Это было просчитано. Ну, Архангел умирает. Не делайся. А Сергеону выжить. Сейчас группа надо будет нажать ультимейт, наверное, Нари можно. Я могу нажать. Ну, кстати, да. Эшка справа, Эшка справа. Поставила щит, лоу-лоу. Абрис, идём вперёд. С тобой? Давай, пошли. Раум в руте. Раум сверху. Эшку. Зарутил раум, он без дэша. Мы можем Эшку убить? Ело, у нас сзади мейф, у нас сзади мейф. Мейф по мейну. Надо мейф его убить. Кого? Нормально. Абрис, иди сюда, Абрис. А. Хорошо, ребята. У них Эшка без ульты, Дженнес без ульты. Нам цепи нужны, цепи, типа цепи, мейф, да. Купите цепи сразу. Ну, а Абриза барьер, типа, все кдшит. Типа, Абризу дала цепи, так-то не особо нужно. У них кроме рамы вроде никто ульту не сдавал. В смысле, Эшка сдала, Дженнес сдал. У них ульта есть у Кейси, у Мэйв, типа, возможно, у Раума. Или Раум сдал. Раум не давал, по-моему, ульту вообще. Ну тогда, типа, у них не такие суперсильные. Раум сдавал, у него, наверное, процентов
70. Но вот у нас нету вообще трех супер важных ультов. Поэтому играем немного с Ивови, с Ивови. Да, просто старший фрикап, а мы дальше идут на лонг. Взяли их пусто. Ребята, аккуратно. Мейф. Забейте меня на задай. Ну просто стой в памяти, типа. Да, среди он до конца стой. Бля, Бриз, ты зря пикнул. Ладно, я напомню. Мэйв, о. Вот, она сдала ульту. Костя, уйди сюда. Там хера он нажал ульту, что? Просто. Там на зелени раум, и кто-то еще, наверное. Надо тачить. Эшка. Да, я дам тач. А я бегу тоже. Мы Эшку идем сюда. Зарутил, надо косить. А, у тебя нет? Убей. Раума. Блять. Зарутил Раума. Раум без дашь, надо звать его. Там Мэйв в окне. Я умру. Я стою. Мэйв справа надо его убить сразу. Слушай, мне так хорошо. Я пока без хилки. Бля, Анлука, я нафидел, я там долго пристоял. Абри, запусти тоже. Все, уходим. Мы вторым должны. Эшка не будет дашься, поэтому отходи пока, Бриз. Защищай, да, защитил. Кейси дом. Уходите, я еду. Я ее не заручу. Кейси, там пол хп в доме. Каждые 30 секунд ульта. Иди в дом на Инаре. Пойдем. Он без болдаш. Мэшку убили? Мэй в зелень пол хп. Дэш на тебя. Промазал. Рыпал тебе. Ой, там никого нет? Он там был, но такой интересно. А, ну а у него это есть на единичку карту, он может спокойно забраться. Идешь, Абрис? Нет, там Эшка к тебе пришла, Сергей, он там Мэйв, Эшка спустилась. Кэсси зарутил. Я пошел. Секунда. Бля. Там рау. Эшка лоу, если что, слева. Бля, вот как этот чоук пропушит, блять? Это самое сложное, нахуй. Нормально, бля. Надо находить пики. А пока надо на нас находить пики. Я умер. Давай сыграю пап. Костецкий. Раум бежит. Эшка на зелени. Раум убежал. Я бегу к вам. Сергей, он не кипайся пока сильно. Да ну. Что, я без МГЛ. Окей, блядь. Ребята, блядь. Игруйте ваши имя. Кейси пол хп, но некому, да. Эшку можешь забрать. Ребята, Эшка. Давай. Хороший рост. Просто нужно, я нажму просто. У нас плюс. Пойдем. Я на плюс вебе. Поднимаешь барьер? Можно. Я умру. Я бегу. Я без хилки. Я дебил. Ахуя. Они без ультиматов. Ну и на репутат. Типа, на ининов. Стоять. Накопил? Да. Я тоже накопил. Настя, типа, нет только ультифури. Теперь мы с ультиматинами, они нам будут, недолго будут нас пушить. Типа, они три ульты потратили, вообще похер. Ну там и типа и минус и ульта и Эшки, Дженнеса, Мэйв и Раумы. Там ничего, да, нет. Тоже слил, там только у Кейси осталось. Все. Ну, у нас 4 ультимейта. Наша, я сначала ультимейт нажму какого-нибудь танка, например, или Мэйв. В общем, хорошо будет, если ты кинешь в Эшку, в Раума или Мэйв. Только скажи, в кого кидаешь. Давайте я с вами на шорт пройду. Чтобы я убил кого-то. Не, из поинта кинь, мы на фрикап играем. Ладно. Ну ладно. Они будут нас давить, ты просто кинешь ультимейт, и мы там попробуем что-то сделать. Я с зелени не буду играть тогда. Вот. Кого? Браво. Сзади Мэй, я с тобой, Брис.
Мейф можно. Шорт пушит, шорт пора. Они шорт все составили. Нормально разум. Ну бля, Кортес, попади, пожалуйста, хитом, блядь, последним. Ёбаный рот. Кортес, какой же ты сильный плеер, блядь. Тут, ой, нормально слил. Кесси. Бля! Абри. На вас похилит. Жрешь как-то? Гага. Бля. Ну типа, тут драфт хороший, типа, мы хелов вперед. Просто у нас есть плеер на модле, который зажирает травмы, просто фу. Да, Эш на мне.